дорогие друзья, с вами я, Рома Лолошка, и сегодня мы начинаем играть в Brawl Stars, мою самую любимую игру. И сегодня со мной Пози. Всем привет. И Топовский. Привет. Да, все, Топовский, можешь входить. И сегодня мы действительно поиграем в эту игру. Я хз, что учи. Три Шелли, два Нуба, один Про. Или наоборот, может быть, кто-то из вас профессионал? Я читер, это про, это нуб. Все, понятно. Не расстраивайся. В общем, мы сейчас будем играть в захват кристаллов. Нажимайте готово. А, точно, нам нужно других персонажей. Ты, Шелли. Давай ты выберешь. Так, хорошо, я буду за Сэнди. Давайте, выбирай кого-нибудь. А кто такая Сэнди, а что она умеет? Не-не-не, так нельзя, давай другого. Давай, Ниту. Все, готово. Ребята, сквад у нас будет такой: Нита, Сэнди и Шелли. Сейчас мы нашей компашкой отправляемся на захват кристаллов. А-а-а, я не играл никогда, что делать? Смотри, сейчас у нас в центре будут появляться кристаллы. Наша задача захватить кристаллы, собрать как можно больше. 10 штук нужно собрать, чтобы завершить игру. Побежали! Мы играем против реальных людей, мы реальные люди. Да-да-да, стрелять справа, нацеливайся и выстреливай со всей силы. Да, убили! А нормально! Можно мне кристалл? Я знаю, что кристалл надо собирать. Да, у меня уже три кристалла. Мне Господи! Удар. Нам нужно удержать кристаллы, чтобы идут выиграть. Кристалл, чтобы кристалл, выиграть, идут, нужно бей, удержать бей, кристаллы. Бей, бей, бей. Давай! Автоатакой! Как а, Мортис! Мортис! Убейте Мортиса! Медвежу тебя призвал! Боже, это классно! Это очень ой, клево! У нас забрали! У нас забрали! Подбирай и беги на спавн! Беги на спавн! Как? Ай! Это я эту штуку использовал. А, это ты это? Да-да-да, не переживай. Как мне регениться? Как регениться? А у тебя хп восстановились уже. Просто от туси здесь, туси в этом поле. Давай! Оп, неожиданно убил чувака. Нормально. Давай. А сколько у меня? 6 кристаллов, это много, да? Да, это много, это очень много. А, помоги! Мочи его! Я не знаю, как помогать, что делать-то? Чуваки, нам осталось собрать последний кристалл, и мы выиграем. Как? Да, я подобрал. Че, 13 секунд осталось? Нас могут убить. Меня сейчас убьют. Нет. Я спас тебя. Я спас. Он здесь видел это. Фу. Охренеть. Офигеть. Один кристалл нам осталось, чуваки. Мы проигрываем? Нет, мы выигрываем. Да, на один кристалл больше. Все 9 кристаллов. Оборачивайся и мочи. Я стреляю. КД, по-моему. КД. Да, у меня КД. Нормально. Дайте похилиться. У меня что-то... Ова! Что делает эта зона? Да! 17! Они нас здесь не видят в этой зоне. А, круто. 18 кристаллов. Что происходит? Найс! Победа? Все камни у меня, если что. Максим, стоп. Боже, это охрененно. Чувак, это была максимально тебя. Странная катка. И я апнул второй ранг. Я такой же нуб, как и вы. Теперь мы все по второму рангу. Стоп, подожди, так ты тоже не знал, что делает аура? То есть ты тоже первый раз играешь? Не, я второй раз играл. Я пробовал, поэтому я... А вы уворачивались от нее? Да. Я пытался не заходить. А это типа моя ульта. Я делаю огромное невидимое поле, где нас никто не видит, и мы можем там хиляться, и враги там получают урон. А я-то что делаю? Ты играешь за Шелли, ты просто мощный выстрел делаешь, который стены проламливает. А ты? А он спавнит медведя. Он всех... Okay. Так, окей, чуваки, готовы? Ой, почти второй ранг. Ого. Это нормально, да? Ну да, ты считаешься топ-игроком на самом деле. Ты топ-5. Вау. Топ-5. Как тут задонатить? Сейчас будет самый крутой open case. 220 монет. Давай дальше. Еще нет, отстой, дальше. Так, Шелли. Шелли прокачка. О, можно... Новый персонаж! Это Пока. Я не знаю, кто это. Он прикольный. Это почти что как Шелли, только Пока. Так, и Пока. Энергия на Пока. Ты его сможешь прокачать сейчас. Нормально. Гемы. А, второй сундук. Ну ты должен быть мой. Не поделился. Снова Шелли? 200 чего-то там выпало бонус. 200 жетонов. Ну ладно. Еще сундук. Нет, я хотел его открыть. Шелли опять. Кто такой? Это Барни. Да, это Барни. Это хотя бы круто. Чётенько. Ну, этот чувак бросается бутылками издалека. Ладно. Классно. Как бы это много. Ладно, погнали. Стоп! Я теперь открываю. Улучшить. А, выбираешь Шелли. Ага. Нажимаешь улучшить. Вау, у тебя уже 6 уровень силы. Ну ты донатер. Понятно все, донатер. Супер, я буду играть в эту игру. Так, окей. Я сейчас открываю сундук, чуваки. Внимание на экран. Оу. 109, это меньше, чем у меня. Это какой чувак?
не знаю. А я его получил бесплатно. Это звездный сундук. Так, отправляемся опять на захват кристаллов. Следующая игра у нас уже будет, наверное, в футбол. Так, окей. Я улучшенный, я крутой, я лучший. Ты я мощный, смогу. Сильный, я да. Иду за тобой. Иду за тобой, давай. Давай. Я уже вижу первый кристалл. И так. Давай. О, у меня 1200 хп. Топовский, давай вместе ходи. Давай. Заходите, заходите в инвиз. Да, нет, это его. Мочи его, мочи. А тебя убили. Ой, я живой. Хиляюсь. Я уже к вам. Пытаюсь. Что-то, наверное, пытаюсь. В кустах кто-то сидит. Где? Вот в этом? А, все, убили. Понял. На опережение стреляй. Давай пока вон там. А, меня убили. Нет, пропал Wi-Fi. Да, у меня тоже. Вы что дезинформируете? Не, он попадал. Ну, поэтому правда пропал. Помогайте. Да, помогайте. Убивайте. Конечно, я убил ультую. Пози, вон, я вон. Медвежу тебя. Я медведя призвал. Все, он сейчас всех. Убиваю, я ультую бросал. Видали, как мой медведь всем помогает. Меня бьют. Ай-яй-яй. Давай. Я бегу. Подобрал. 5 кристаллов сразу. Так. Ай-яй-яй. Иду на помощь. Он ультанул. Убей. Мистер Лололошка, убей его. Кто такой мистер Лололошка? Я не понимаю, к кому ты обращаешься. Я сейчас всем игру выиграю. Посмотрите просто. Ульта. Я тут. Пози, мне кажется, ты бомбишь от того, что мы проигрываем с тобой. Ну, блин, ну, ребят, как бы один про с двумя нубами, это безумно сложно. По-моему, я сыграл сейчас идеально. Ну, у нас неплохо получилось. Бот один нас обыграл, бот, у него 9 кубков, сила 4, пока, господи. Мне понравилось, как он сыграл. Соб, звездный игрок, он еще и круто сыграл, лучше всех, да? Ладно, давай футбол сыграем, хочешь футбол? Давай, футбик. А что здесь делать надо? Нам нужно забить им в ворота мяч, можем убивать друг друга. Можно убивать? Друг друга? Да, нормально. Ну, их типа убивать. Убили одного. О, нифига. Двух сразу! Динамит подорвал! Берите мяч! Взял! Я пнул его! Зачем ты его пнул? Ты ж ним его пнул! Надо взять его и бежать! Куда? Я бегу! Стоп! Надо его забрать и казать? Надо его... Давай, подбирай! Давай! Я убегаю! Она взлетела! Виталик! Давай, забивай! Я забил! Это было жестко, красиво. Там Виталик взлетело. Виталик? Реально? Это кто Виталик? Сейчас ультану, ребят. А, ты сейчас. Это я ультанул. Шингриса, давай. Ну, да блин, ну хоть разочек ты. Пайпер ведет мяч к нашим воротам. Мне это не нравится, дорогие друзья. Мне это очень не нравится. Нет! Найс! Успел, перехватил. Веду мяч. Давай, мы отвлекаем. Прикрывайте. Нет, Ромчик! Ромчик! Что ты делаешь? Все нормально будет, не волнуйся, это тактика новая. Все хорошо, чтобы ты как бы не расслаблялся. Она опять улетел, у меня талик шингрисов. Давай! Уйдую! Гол! Пау! Мы победили! Ебой! Взрыв надо. Это было классно. Плюс 8 кубков. Замечательно. Я так с вами скоро апну себе Сэнди. А сила это то, что я прокачал, да? Да. А ты что не качнешь-то? А, он вкачал на один уровень силы. Но ты просто задонатил, и у тебя больше силы, понимаешь? А, это что, та игра, где донат решает? Да. На дезморалищах. О, у меня что-то открылось, смотри. О, я сундук открываю. А сколько ты задонатил в эту игру? Давайте мы забудем с вами. Сколько? 1000? 2000 рублей? Опа. Может, 100? Сколько? А давайте еще раз футбол. Футбол, классно. Давай еще футбол, каточку. Ну что, чуваки, атакующий Рональдинчо пошел. Я защищаю того, кого мяч. А че у Эйприма 6000 хп, это как вообще? Он типа контактник, ты можешь его издалека хорошо убивать. А, он не может, да, тебя? Он не может. Он может меня. Он тебя загасил. Я бью его, бью. У него 200 хп, ну что ж такое? Господи, ты что делаешь с этой жизнью. Помогайте мне! Бежим! С двух сторон окружают! Гуки! Так. Они на деревьях, они в кустах! Сейчас, нормально. Я уже вышел. Уйду, сейчас уйду! Убиваем, у него мало. Он сейчас там забьет! У него же мало хп, Максим! Я видел! Он забил нам! Максим! Или это я просрал? Это ты! Это все сделал ты! Так, все, бежим дальше. Все нормально, сейчас мы победим. Так, я стреляю. Ульта уже рядом. И мы проходим. Почему Эль Прима всегда живой? Почему всегда 200-300 убил? Нормально. Так. Мячик, забираем.
Давай! Нормально! Нормально! Я отлично! Умею. Мяч беру, мяч беру. Давай, 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 давай. Меня стреляют, я стреляю. Могу и так. А, это я мечом стреляю. Давай, давай, давай! Он сейчас прыгнет! Беру, 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 впервые мяч. Эльприма ультует! Я ультую! У нас теперь свой Эльприма, в два раза лучше. Сейчас, сейчас, я в него ультую. Но! Найс! Мяч! Я взял мяч! Забиваю! Забиваю! Опа! Я забил, я забил. Ответь. Пошла, 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 пошла. Так, 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 убивай, убивай, убивай. Убил, убил, Найс, ультую, ультанул. Так, ну чё, Эльприма, сражайся с моим Мишкой теперь. Мишка, 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 вообще. Да, все, пошли, пошли, пошли к воротам. Давай, 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 мяч, 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 мяч. Бери его. Давай, ультую, ультую, бей, убью. Гол! Эльприма, просто вообще кайф. Это была грандиозная победа. Ой, я могу тебе что-то... А я ящик могу. Короче, поехали. Я открываю. Давай, ящик. Первый у него, первый у него. А я у тебя тоже открываю. О, ничего не было забить. Барли, Нита. Все, ничего. Все, да? А, нет, еще есть ящик. Ой, а как понимать, когда... Надо найти. Не-не-не, ничего нет, забей. Вот тут. Отстой. Здесь появляется. Ну что, как вам? Это круто. Это охрененно, чувак, с донатом играет. Вот так вот, да. Охрененно. Ну, очень круто то, что это, знаешь, вот первые эмоции, и они были именно сняты. Вот это самое клевое. Когда какая-то популярная игра, все в ней вроде уже поиграли, и ты такой первый раз запускаешь... Воу! Да, и снимаешь, это классно, на самом деле. Ну, у нас был читер, читер-профессионал. Читер-профессионал и ну. Все такое. 100 тысяч рублей, да? Понятно. Спасибо большое за просмотр данного ролика. Спасибо большое Позе за то, что поучаствовал. Спасибо большое Топовскому за участие. Не забывайте ставить лайки, подписываться на все наши каналы, колокольчики кликать, там писать крутые комментарии. И если вы здесь прибыли, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. С вами была Уложка, Пози и Топовский. Всем удачи. И до встречи в новых видео. Пока!